Руководитель Федерального агентства по рыболовству Андрей Крайний дал интервью газете «Точка.ру». В беседе с журналистом Рустамом Фаяховым глава Росрыболовства рассказал о проблемах продвижения отечественной рыбы к потребителям и ее огромной популярности на иностранных рынках. Андрей Крайний ответил на вопросы о последствиях присоединения к ВТО для отечественного рыбного хозяйства. Особое внимание собеседники уделили новой точке роста российского рыбохозяйственного комплекса – аквакультуре. Полный текст интервью вскоре будет опубликован в интернет-издании.